посидели, поболтали, понянчились с Алисой. Сейчас еще заедем к Саше на работу. Бедная у нас собака там в клетке. Пока мы приедем, уже будет ночь на дворе. А как оно вообще это называется? Лахта-центр. Лахта-центр. Тут ее зовут Кукуруза. Вот кто помнит, в прошлом году Костя арендовал квартиру на Васильевском острове. На Новый год мы приезжали всей семьей. И вот ее там видно было, эту кукурузу. Вот, а сейчас мы поедем в центр, потому что Саша в центре работает. Шуховская телебашня, сказала Любовь Николаевна. Как будто знал, это Таня сказал. Сегодня смотрела Варламова, и он там рассказывал про торговлю, про бизнес у нас в стране. И 11 апреля закрыли в Москве Елисеевский магазин. Показывал этот Елисеевский магазин, я чуть не заревела. Как я его любила, этот магазин. Какой он красивый. Там внутри, ну просто. Колоннады. Прям, ну, такой. Я в этом магазине в 5 лет потерялась. Прям потерялась. Людей там столько было. Там такой хлеб был вкусный. Колбаса там, ну это все было такое свежее, вообще такой магазин прям, я помню прям банки с черной икрой, с красной, помню прям, часто туда ездили,
так жалко. И ведь его же закрыли, и ничего не говорят, что там будет. А это же, ну, просто памятник истории. Это чего-нибудь откроют для богатых мира сего. Очень жалко. Финский вокзал, финляндский. Костя был, мы ездили на «Аврору». А он на реконструкции, она уже чего-то. Старинные здания. Я, правда, к своему стыду. А, это арсенал. Успела прочитать. Храм освещается. Вот хорошо, Даня все знает. На этом заводе на арсенале делают корабельные пушки и приборы всякие. Вот. Ну, вон они и стоят, пушки, вы видите? Литейный мост. Девочки, у нас сегодня экскурсия «Узнай свой край». Литейный проспект.
лучше будет. Не лучше. На вечер. Какие планы к ночи? Только домой приедем, Саша. А мы это, не видно, наверное, какие нимфы дверь охраняют. Так. Вроде дорога ровная. Нормально по пути. Ага. Редисон Рояль. Там впереди. Ну, сама вот, да, вот атмосфера города. Смотрите, какие. Не забор какой-то, а цепи с такими штучками. Обожаю прям вот Питер. За архитектуру. Вообще не видно. Храм тут какой. А мы пока покурим. Ну все, мы наконец-то выехали до дома. Крестовоздвиженский собор. Ворота прямо тут не видно. Ворота меня прям умиляют. Вот эти давнишние, кованые. Так люблю города, в которых трамваи есть. Евпатория, трамвай желаний. Две остановки ходят. Ну там еще трамваи есть, но...
Отель Москва. Ничего себе, я думала, вы тут где-то играть-то будете. Uh-huh. А вы аж в Тулу. Да. Вокзал, куда я приехала на поезде. Сейчас уже и будем дома через 5 минут. Не люблю я эти районы. Вот не нравятся мне эти человека-муравейники. И одни машины. А сейчас везде машины. А в центре вообще там, где они там паркуются? Вдоль дороги. Ну, на машине, конечно, удобнее ездить, чем пешком. Вот это. Хотя в молодости было одно удовольствие. Идти, идти по Невскому. Головой крутить по сторонам. Ну, сейчас вот, уж вы меня извините, сейчас мне на машине удобней. Хотя из машины, конечно, ничего путем не увидишь. Ну, ладно, мы приехали, мои побежали в магазин забежать. Давайте, зайки, прощаться с вами до завтра. Ладно, пусть все у вас будет хорошо. Всем спокойной ночи. Ага. И до завтра. Пока-пока, мои дорогие. Пока, я вас обнимаю.